слышали, наверное, много детишек у нас попадает из окон, да, к сожалению. И вот сейчас мы призываем родителей всех, чтобы все-таки обращали внимание вот такие вот, вот ставим листочки, чтобы не забывали о безопасности своих детишек. Там, старались как бы помочь им, чтобы без внимания не оставлять. Ну, как бы, да. Хорошая акция, все правильно, вот, конечно. Внимательно при нахождении с детьми в квартирах не оставляйте окна ни в коем случае открытые. Используйте блокираторы. Запомните раз и навсегда. Не оставляйте маленьких детей под присмотром детей постарше, но тоже маленьких. А москитные сетки и кота не выдержат ребенка, тем более. Даже первый этаж опасен своими повреждениями, поскольку падение с высоты человеческого роста уже влечет с собой тяжелую травму и сопровождается, как правило, повреждением головного мозга и переломом различных сегментов конечностей. В подавляющем большинстве случаев основная причина выпадения детей из окон – беспечность родителей или опекунов. Не обеспечив достаточный контроль, взрослые забывают закрыть окна. Опасная иллюзия, что «со мной такого точно не произойдет», приводит к трагедиям. По статистике, несчастные случаи происходят даже в благополучных семьях. Всего 2-3 минуты достаточно активным малышам, чтобы забраться на подоконник и опереться на москитную сетку. В связи с этим следственное управление вновь обращает внимание на необходимость более ответственного подхода взрослых к обеспечению безопасности детей в помещениях многоэтажных зданий. Также разъясняется, что ответственные за жизнь и безопасность детей лица в таких случаях привлекаются к уголовной ответственности по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Безопасность начинается с вашего дома. Установите на окна блокираторы или замки-ручки. Уберите от окон мебель и другие предметы, по которым ребенок мог бы забраться на подоконник. Особенно часто подобные случаи происходят с детьми, которые уже умеют совершать самостоятельные поступки, но еще не оценивают опасность. На сегодняшний день у нас на территории области зарегистрировано 5 фактов падения малышей из окон. 2 факта, к сожалению, с летальным исходом. Дети погибли, даже не довезли до больницы. Основной проблемой, причиной даже, да, падения детей из окна является оставление детей без присмотра со стороны родителей. Взрослые могут изменить эту статистику. Более того, это их обязанность. Нужно лишь быть более внимательными и ответственными, а также всегда помнить о главном правиле. Когда в доме есть ребенок, москитным сеткам нет. Запорным устройством – да.